Альметьевцы, чья молодость была связана с комсомолом, отмечают, что старые добрые советские традиции возвращаются. Правда, с другим названием – Общественная молодежная палата, и с новыми идеями, которые востребованы среди современной молодежи. Раньше был такой комсомол, знаете, вот сейчас эта традиция возобновляется. И нам очень приятно, что именно в нашем городе эта традиция возобновляется. Сегодня проходит второе заседание палаты. На повестке дня 5 вопросов. Живой интерес вызвали 2 из них. Тем более в преддверии 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Например, как продвигается работа у поисковых отрядов Нефтеграда. Сейчас в них состоит 200 человек. Еще 300 хотят вступить. На сегодняшний день переведены в электронный вариант книги призванных. Извещения о погибших и пропавших без вести в годы войны. Это более 9000 имен и фамилий. Вся работа ведется в тесном взаимодействии с Советом ветеранов и военкоматом. Работающей молодежи необходимо выйти за рамки предприятий и офисов. О ее творческой, волонтерской, трудовой жизни, проблемах, для решения которых нужна помощь администрации, должны услышать коллеги из других организаций и власть города. Это второй вопрос, заинтересовавший членов палаты. Завоевали первое общекомандное место в республиканском конкурсе профессионального мастерства. Заняли 3-е место в республиканском телефестивале творчества работающей молодежи «Наше время» Бизнес-Заман, который лично курирует президент Татарстана Рустам Миниханов. 3-й год подряд мы организовываем республиканский туристический фестиваль «Легенды лета», посвященный памяти героя Великой Отечественной войны Александра Герасимовича Батурина. Не остались без внимания и студенты. Председатель городского студенческого совета впервые пришел на заседание палаты, и у него уже есть идеи и проблемы, которые требуют скорейшего решения. Он уверен, совместными усилиями все разрешится. Проблемы есть очень различные. Будем решать с помощью различных проектов. Будем работать совместно с региональной молодежной организацией «Лига студентов Республики Татарстан», совместно с управлением по делам детей и молодежи и также совместно с молодежной общественной палатой города Альметьевска. Насколько плодотворной будет работа общественной молодежной палаты, покажет время. И, возможно, в ближайшем будущем она станет движением, которое объединит 1000 молодых людей. Ольга Степанова, Илькам Ахмедьянов, Альметьевск ТВ.